Всем привет! Сегодня на обзоре варганчик в чехле под номером 501, модель Курандера. Чехол деревянный, с кожей. Застежка здесь сбоку такая. Отстегивается очень легко. Так вот вынимается. Также обратно можно легко все сложить и застегнуть. Все зафиксировано надежно. Ничего никуда не съезжает и не болтается. Эти чехлы показали себя с лучшей стороны, которые я пользовался. Были кожаные, делал, были просто и как бы этим просто деревянные, но по практичности и быстроте использования достать, положить и фиксации варгана мне вот эти вот модельки больше всего понравились, вот, и их я и делаю. На них и остановился. Варган настроен в ноту ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чё он ля? А2. Чё это у нас? Большая октава. Ля большой октава, да. Такой у него синенький оттеночек. И здесь идет такое рельефное у него структура такая, текстура рельефная. Такой как бы матовый. Микрочешуйка, как я ее называю. Давайте слушать, как он звучит. Инструмент шустрый, маневренный, можно играть быстро, мелодично. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.